Социально-экономическая ситуация, положение дел в жилищно-коммунальном хозяйстве Слободзейского района. Президента Евгения Шевчука интересовали основные результаты деятельности руководства района. Что у нас там в Слободзейском районе? Давайте начнем по бюджету. Доход местного бюджета поступил 56,6 миллиона рублей, что составило 108% к плану и 118% к уровню 2011 года. Каждый месяц зарплаты выплачивались вовремя. И отпускные также выплачивались вовремя. Район практически готов к зиме, сообщил Сергей Делигул. Все необходимые подготовительные работы в дошкольных и общеобразовательных учреждениях проведены. Кроме того, реорганизована система жилищно-коммунального хозяйства. Проведена централизация и создана единая система ЖКХ. Президент отметил значение Слободзейского района, так как в нем проживает практически 100 тысяч человек. Евгений Шевчук напомнил, что органы госвласти должны работать над созданием более комфортных условий для приднестровцев. Есть кое-какие решения позитивные, не все плохо. С учетом того, что еще нет на все денег, то определенный объем работы довольно-таки значительный сделан. Подводя итоги рабочей встречи, президент Евгений Шевчук принял отчет главы госадминистрации Слободзеи. Татьяна Коркина, Александр Савьюк, Первый Приднестровский телеканал.